На автодроме Moscow Raceway стартовал 10-й юбилейный сезон российской дрифт-серии. Участниками первого этапа стали 33 пилота из 6 стран мира. В их числе лучшие гонщики России – Аркадий Цареградцев, Илья Федоров, Евгений Лосев, Федор Воробьев и другие, а также двукратный чемпион RDS-GP и обладатель Кубка мира по дрифту 2018 года Георгий Чевчан. Приехали и звезды зарубежного дрифта. Двукратный победитель Кубка Восточной Европы по дрифту Кристапс Блуш, а также легендарный чемпион Формулы Дрифт и прошлогодний вице-чемпион RDS-GP Дайго Сайто. Мне нравится ездить в РДС. В этом сезоне построили новую машину специально для этого чемпионата, в которой я просто влюблен. Здесь царит очень дружелюбная атмосфера. Любопытно, что РДС здесь не рассматривается как подготовка к европейским или американским чемпионатам. А у нас все усилия максимально на 100% концентрируем только на РДС. В Европе, может быть, какие-то мероприятия будем ехать. Увы, никто из зарубежных пилотов не дошел и до топ-4. Дайго Сайто в топ-16 проиграл в парном заезде московскому пилоту Антону Сваринскому. А Блушс, дойдя до топ-8 в серии One More Time, уступил Дамиру Идиатулину из Красноярска. Первое место в адреналиновой борьбе завоевал Георгий Чевчан, двукратный чемпион РДС и обладатель Кубка мира по дрифту. Но сегодня я не совсем доволен заездами. Вот мои соперники ошибались сильнее, чем я. Но, по моему мнению, у меня не получились заезды сегодня. То есть каждый последующий заезд получался какой-то не очень тщательный, что ли. Следующий этап российской дрифт-серии состоится 25 и 26 мая в Рязани.